Путешествие пятое в сердце вулкана Попокатепетль. День четвертый. Итак, прошли уже сутки с того момента, когда конюх Федоров спустился в кратер мексиканского вулкана Попокатепетль. Мы пытаемся выйти с ним на связь. Конюх! Конюх! Чего? Ой, конюх! А вы же, по моим расчетам, уже должны были спуститься минимум на километр. Так я и по моим расчетам должен был. Уснул я, кажись, когда ты вчера ушел. А чего, здесь темно, тепло, и выемка такая удобная оказалась как раз по размеру. Ой, я аж 3 года не спал с этими путешествиями. Как вы себя чувствуете? Нормально, поспамши. Ладно, буду спускаться. Мы напоминаем, что конюх спускается по гладкой отвесной стене из лавы, присасываясь к ней вантузами. Ну что, конюх, как идет спуск? Да нормально, нормально, только медленно. Я вот чего подумал. Я сейчас под вантузами послюнявлю, чтобы они скользили. И побыстрее пойдет. Вот, 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 другой. Ой, 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 понесло меня, корреспондент. Ой, ой, что здесь? Ой, фу, ты, выступы какие. Ой, конюх! Что? Как вы там? Ударился, думаю, о нижнюю часть земной коры, верхней частью коры головного мозга. Ха-ха, шучу, застрял я. Что будете делать? Буду расширять тут все зубами. А почему зубами?